Thank you.
Этот суперкар создан к 15-летию компании. Аджера в переводе со шведского означает «действовать» и символизирует философию успеха компании Кёнигсег. Автомобиль обладает крутящим моментом более чем в 1000 ньютон-метра в диапазоне 2680-6100 оборотов в минуту. Тормозная система обеспечивает отсутствие потерь энергии торможения вне зависимости от дорожного покрытия. Словом, последний суперкар Кёнигсег сочетает эволюционный подход и традиции для совершенствования конечного результата. Название автомобиля также является сокращением от греческого «аджератус» — «неподвластный возрасту». Оригинальная форма кузова Кёнигсег CC, созданная 15 лет назад, до сих пор актуальна. Аджера остается верна философии, форме и размеру оригинальной CC. В то же время она выглядит и работает как автомобиль будущего. Thank you.
Этот автомобиль — вершина очень удачной серии SLR. Он создан в честь сэра Стерлинга Мосса, одержавшего победу на SLR в 50-х. Всего было выпущено 75 автомобилей стоимостью более 1 миллиона долларов каждый. Хоть автомобиль и не создавался для гоночной трассы, благодаря увеличенному заднему диффузору он выигрывает за счет большей прижимной силы. Машина на 200 кг легче, чем 722-я серия, и развивает максимальную скорость в 349 км в час. Характерно полное отсутствие крыши, лобового и боковых стекол, что означает, что самым разумным для владельца этого автомобиля будет купить гоночные очки. Сильвер 3.
Полоса с шипами развернута. Полоса с шипами развернута по ходу движения. Полоса с шипами незамедлима цель. Центральная, запрашиваю поддержку с вами.